Ну, я не знаю, что подразумевает господин Путин и его команда, но в условиях, когда у власти будет эта команда, никакая новая индустриализация невозможна. Потому что нужны совершенно другие люди, нужны совершенно другие идеи, нужны совершенно другие структуры. А разговоры об этом, да, в принципе, правильно, что, что вот блестяще получилось у нынешней команды, начиная с Ельцина, продолженная Путиным, Медведевым, это деиндустриализация страны. Сегодня в России работает всего лишь 1300 предприятий, в основном оборонно-промышленного комплекса. Это как раз вот то, что, о чем говорилось на этом встрече либерального крыла «Единой России». 1300 предприятий на огромную страну. Остальное все лежит. Только за 4 месяца разорилось 400 тысяч предприятий мелкого и среднего бизнеса. Все, нету экономики в России. А индустриализация, ну что, эта команда будет проводить индустриализацию? Да никогда.